Память более 7 тысяч воинов-акмолинцев, павших на войне, сегодня почтили в столице. В канун Дня Великой Победы два десятка фронтовиков возложили цветы к обелиску на городском кладбище. Отдать дань уважения погибшим солдатам и офицерам пришли также общественники и воспитанники школы Жасула. По разным данным, на фронт ушли свыше 9 тысяч акмолинцев. Почти 7 500 из них так и не вернулись домой. Много людей погибло в эту войну, но тут же есть братская могила. Праздник достался очень тяжелым, тяжело нам, но все-таки все верили в это. И все-таки настал такой светлый день победы. И я, например, поздравляю всех казахстанцев с великим днем победы. Желаю всем добра, счастья в жизни, здоровья. Сейчас в столице проживают 71 ветеран и 4 тысячи тружеников тыла.